Всем привет! Эй! Давно не виделись. Сегодня мы будем считать IP-адреса. IP-шники с переменной маской мы пока не будем. У нас будет статическая маска, потом на сети будем делить, потом на количество хостов будем делить. Потом, если успеем, трэблшутинг немножко, там парочку интересных примеров я подготовил. Вот. А в LSM будем на следующий раз. И я тут буду рисовать. У меня теперь планшет. Так, секунду сейчас. Sorry. Пример первый. Гипотетическая сеть предприятия. Предприятие купило блок публичных адресов класса C 216.21.5.0 и хочет его использовать в своей сети. Вопрос. Сколько здесь подсетей на рисунке? Нет. Кто больше? 5. На самом деле здесь 5 подсетей. Это вот к вопросу о том, что вот когда-то, я помню, позапрошлый раз там молодой человек у нас здесь был, спрашивал, зачем нам вообще, да, вот это вот разделение на подсети, почему мы не можем взять там, да, там 192.168, там, ну, класс, сеть класса С, да, там, и нам будет нормально. Нафига это деление, чувак? Да, зачем нам это деление? Первое. Вторая сеть, третья, четвертая и пятая. Потому что сети, как мы помним, как я рассказывал, у нас ограничиваются маршрутизатором, это маршрутизатор, соответственно, вот это вот, это вся сеть. Это ограничивается. Вот это вот тоже, это отдельная сеть. Вот это вот. Соответственно, вот это. Если мы тут пририсуем еще один маршрутизатор, и к нему еще там, да, один компьютер, это будет еще одна сеть вот здесь вот, и еще одна сеть вот здесь. Как бы сеть у нас разделяется маршрутизаторами. Соответственно, мы должны взять вот это вот 216.21.5.0 и разделить ее на 5 сетей. На 5 подсетей. Как бы, ну, это в терминологии ЦИСКИ, в принципе, да, как там говорится, что с админы-то, конечно, друг друга поймут, там, да, когда между собой, но по-правильному вот это вот, это говорится сеть класса С, да, и мы ее должны разделить на 5 подсетей. Соответственно, как нам рассчитывается, да, у нас есть вот наша сеть, вот наша маска, да, ну, стандартная маска для сети класса C, да, 255.0. Как у нас все это происходит вообще расчет? Первым делом мы должны понять, да, что вот у нас есть 5 сетей, узнаем количество сетей, которые нам нужно, и переводим это число в двоичный вид. Как мы делаем? Ну, мы помним, да, что там стандарт у нас 128, 64, 32, что там, 16, 8, 4, 2, 1, да? Да, все правильно. Соответственно, мы должны вот эту пятерку перевести в двоичный вид. Что мы делаем? Здесь 0, 64, 0, 32, 0, 0, 8, 0, 4, да, ставим единичку. Здесь 0 и 1. Соответственно, да, пятерку перевели. 3, сколько там, 4, 5 нулей, 1, 0, 1. Дальше. Мы должны вычислить количество бит, которое нам нужно для определения вот этого вот, ну, типа сетей. Да? Мы здесь видим, что у нас всего 3 бита. Вот это вот количество, которое нам нужно. 1, 0, 1. Как бы мы не смотрим, да, то, что здесь 0, а просто смотрим, что как бы общее количество. Да? Соответственно, дальше резервируем нужное количество бит в маске и ищем инкремент. Инкремент сейчас я расскажу, что такое. Ну, это вот как бы стандартный пример расчета просто, да, подсетей с одинаковой маской. У нас будет 5 подсетей, и у них маска будет у всех одна и та же. Потому что у нас сейчас задача просто разделить на 5 подсетей.
Соответственно, мы пишем, у нас сейчас маска 255 255 255 0. Переводим все это дело в двоичный вид. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 и 8 нулей. 8 запарился рисовать. Дальше. Мы смотрим, что у нас 3 бита. Мы должны зарезервировать нужное количество бит в маске. Мы резервируем количество подсетей. Как бы, да? Соответственно, когда мы резервируем количество подсетей, у нас подсети считаются как слева направо. Да? То, что, ну, когда маска вот у нас такая, да? Соответственно, вот это вот количество, вот эти вот биты, которые это биты, которые указывают сетевая часть, да, IP-адреса, будет указываться. А здесь хостовая. Ну, как бы, ну, хостовая, да, так и говорит. Вот, соответственно, чтобы сетевую часть, нам надо еще 3 бита, соответственно, мы дописываем 3 единички сюда. Да? И маска будет, ну, здесь все будет все 3 раза по 8, да, и здесь будет 1, 2, 3, еще 2 нуля, вот так вот. Получается, соответственно, у нас маска будет, мы считаем 128 плюс 64, и плюс 32, 200, что там? 24. 224, соответственно, ну здесь вот все то же самое, 255.224. Посчитали нашу маску, да? Дальше. Зарезервировали маски, ищем инкремент. Инкремент, что такое инкремент? Инкремент это количество, ну это такая циферка, в общем, с помощью которой мы можем посчитать, как сказать, типа подсети. Как бы, да, с помощью чего мы будем считать наши подсети. Инкремент определяется вот так, очень просто. Вот последняя цифра, ну, последняя единичка, да? Последняя единичка, третья, это значит 32. Соответственно, наш инкремент, это вот цифра 32 будет. Соответственно, нашли инкремент, количество бит маски узнали, и, соответственно, используем инкремент для поиска сетевого диапазона. 27 инкремент? А не 27 инкремент? Нет, 32. Нет. Ты имеешь в виду, это слэш 24, а здесь слэш 27. Ты это имеешь в виду, 27? Ну да. Это вот запись, там, в прошлый раз, по-моему, вы говорили, да, как-то? Сидр, да, называется? В общем, это то же самое получается, то же самое, что и вот это вот, ну, как бы просто более сокращенно, 27. 32 это инкремент, который это вот 128, 64, 32. 32, ну, в смысле, инкремент это просто последняя цифра, вот, как-то. Ну, ты понял. Да. Да, правильно, соответственно, ну, совершенно верно. Ну, там не 32, конечно, будет, да, там, а, ну, да, там. Сейчас мы еще об этом тоже поговорим. Соответственно, мы дальше хотим уже посмотреть, сколько, какие у нас сети получатся, да? Мы пишем, что там у нас, 216.21.5.0. Дальше, 216.21.5. Используем инкремент 32. Прибавляем, да? 5.64 будет. Дальше, ну и, соответственно, мы увеличиваем на инкремент. Держался. 5.96, 5.128 и так далее. Да? Соответственно, дальше мы считаем, у нас будет сама сеть, да, начинается с нуля, а здесь будет 216.21.5.31, правильно, соответственно, 31. Тут то же самое, только 63. Здесь будет, соответственно, 95, здесь будет 127. Вот мы посчитали. Соответственно, вот у нас наши подсети. Все. Ничего сложного у нас нет. Мы поделили на 5 подсетей. Получается, значит, хосты у нас, поскольку хостов у нас получилось, 0 мы не можем использовать, да, и 31 мы не можем использовать, потому что это широковещательные адреса. Да, соответственно, для хостов мы можем использовать 1-30.
подсети. Ну, вот это для первой подсети, да, 1-30, здесь для второй подсети, соответственно, 33-62, да, ну и так далее, да, считаем. Так. В принципе, понятно? Потому что широковещательный адрес. Да, ну потому что адрес сети, а это широковещательный адрес. Широковещательный адрес, соответственно. Ну, мы можем еще, это, соответственно, два адреса получается. Ну, третий адрес, не знаю, кто-то его вычитает, кто-то не вычитает, это адрес шлюза по умолчанию обычно, да? Все, ну, как бы это уже зависит от того, как мы рассчитываем, да, что иногда мы его, мы же шлюз можем читать как хост, можем не читать там, да? Соответственно, так. Следующий пример. Пример 2. А, здесь уже поинтереснее. Здесь уже нам нужно не 5 подсетей, а 50. Соответственно. Так. Да. Сеть класса C тоже самое у нас, да? Масса которого 255.0. Ну, соответственно, да, то, что класс C у нас. А. Считаем то же самое. 50 подсетей. Первым делом переводим. Да? Ну, для себя напишем 128, 64, тоже все должны выучить, 32, 16, 8, 4, 2, 1. И, соответственно, смотрим 50. Нет, нет, да, да, 0, 0, 1, и здесь 0. Ну, по идее, вы можете, на самом деле, на экзаменах цисковских, там нельзя даже калькулятором пользоваться, да, там на бумажке как бы. Просто все это можете считать. Как мы считаем, да? Мы считаем 50, потом минус 32, да, на самом деле, ну как это все рассчитывается. Ну и так далее, там минус 32, потом то, что получилось, там минус 16, соответственно. Вот мы перевели. Это вот наши десятичные, двоичные, да, 50 мы переводим. Получается 0, 0, что там, 1, 1, 0, 0, 1, 0, да? Соответственно, считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 бит. 6 бит. Ну, перевели, резервируем нужное количество бит в маске. То же самое. У нас маска 255.0. Ну, последние там, сколько у нас получается? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я не буду писать здесь единички. Единички, да, три октета единичек. Ну, мы поняли, да, что вот это вот называется октет. Здесь у нас 8 ноликов, соответственно, 6 бит. Мы 6 бит, так как сетевая маска у нас, мы 6 бит отменяем с этой стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 бит. Соответственно, будет 1, 2, 3, 4, 5, 6. Соответственно, здесь будет у нас слэш 24, а здесь мы пишем, прибавляем просто 24 плюс 6, да, слэш 30. Понятно, да, как мы посчитаем? Это сокращенная нотация. Дальше, как мы можем посчитать? У нас, как нам посчитать, это последний здесь вот нолик, да, был? Мы хотим последнее число посчитать. Мы знаем, что всего 155, а здесь, ну, чтобы нам не складывать, по идее, мы сложим 128 плюс 64 плюс 32, да, мы можем вычесть просто 2 и 1 тройку, вычесть 255 минус 3 будет 252. Соответственно, вот мы узнали 252. Вот наша маска будет. Понятно? Откуда берется? Ну, потому что вот эти вот два последних нолика, да, это вот это 2 и единица. Соответственно, это 3. Если все вместе, вот это вот 255, ну, чтобы нам не складывать, по идее, мы, ну, как в прошлом примере, да, мы там складывали все эти единички. Мы можем просто из 255 вычесть 3 и получить вот эту маску 252. Просто, ну, с другой стороны немножко зайти. Вот. Соответственно, идем дальше. Получаем инкремент. Инкремент последняя вот эта циферка. Последняя циферка, цифра 3. Это, соответственно, ну, в смысле, третья, да, этот инкремент у нас будет 4. Соответственно, у нас сетки будут, получается, там, что там у нас, 155, 195, 195, 5, 20.0. Следующая 195, 5, 20. Сколько?
Ну, 4, да, и увеличиваем дальше просто инкремент. 8, 12, 16. Здесь будет, что там у нас, 3. Соответственно, да, здесь 7. Соответственно, дальше 11. 15. Вот. Получается, как у нас? 0 и 3 мы не можем использовать, да, адрес сети и широковещательный адрес. Соответственно, у нас всего 1 и 2 получается, да? Вопрос, нафига нам такие сети маленькие, да, 1 и 2? Ну, всего 2 айтишника, да? Ну, смешно же, да, два компьютера в сети, там, да, если один шлюз будет и один компьютер. На самом деле, мы, такие сети очень часто используются, да, вот как мы смотрели на первом примере, да, вот между маршрутизаторами, если у нас вот один маршрутизатор, да, второй маршрутизатор, между ними сеть. Соответственно, вот здесь вот у нас будет 1, а здесь вот будет 2. Как бы всего 2 айпишника в сети. Соответственно, у нас же может быть не один маршрутизатор, ну, как бы не одна сеть, там, да, не два маршрутизатора, там их может быть очень-очень много. Соответственно, конечно, нам может и понадобиться 50 подсетей, там, да, которые будут там всего 2 айпишника. Вот и все. Соответственно, вот здесь вот, например, для первой подсети мы используем вот этот вот айпишник, ну, в смысле, адрес сети 195.5.20.0, да, 20.0, это будет 1 и 2 айпишника. Дальше у нас будет сетка 24, например, да, соответственно, здесь будет, что там, 5 и 6, правильно? 7. 7 широковещательных. Да, 5 и 6. Ну и так далее, да, вот по сетям мы просто, да, смотрим там, точка 8, соответственно, да, у него будут 9, 10 айпишники и так далее по кругу. В принципе, понятно, да? Ничего сложного вроде нет, когда так разбираемся. Дальше. Следующий пример. Есть уже интереснее. Еще интереснее. С каждым разом все интереснее и интереснее. Сеть класса B, соответственно, маска 255.255.00, да? И уже 100 подсетей хотим. Ну, то же самое действуем, просто, ну, стандартно, как бы, 100 подсетей. 100. Определяем количество сетей, которое нам нужно, 100 мы знаем, да, переводим число в двоичный вид. 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Смотрим, 128 не попадает, 64 попадает. На самом деле мы можем дальше даже не смотреть, нам пофигу, как бы, да, нам надо узнать количество бит. Да, нам, дальше нам неинтересно, мы понимаем, что вот здесь вот первый бит, да, мы считаем вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Соответственно, 7 бит у нас задействовано, чтобы вот это вот число 100 мы могли передать. 7 бит нам нужно. Всего лишь. Идем дальше. Все стандартно. Резервируем нужное количество бит в маске. Соответственно, два, пять, ноль, ноль. Здесь единички. И у нас будет раз, два, три, четыре. Давайте так. Сейчас я постираю, надо порисовать, потому что здесь... Так, ноль, ноль. Это будет равно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, точка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, точка. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше вопрос. Нам нужно отсчитать 7 бит. 7 бит мы считаем стандартно слева. Соответственно, откуда мы должны его начать считать? От последней от нерки. Да, от последней от нерки, все правильно. Потому что ошибка бывает, когда, да, начинают вот отсюда считать. Ну, стандартно, когда привыкли, что последняя к этому, да. Мы считаем еще 7 бит от последней, да, единички. Соответственно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Получили наши 7 бит. Соответственно, значит, если здесь у нас маска, слэш сколько будет? 16. Да. 16.
Ну, понятно, да, потому что здесь 8 бит, здесь 8 бит, складываем 16 получаем. А здесь будет маска? 23. Правильно. Просто 16 прибавляем 7. Понятно, да? Соответственно, будет 2, если в такой нотации 255, точка, ну, 255, точка, сколько? 255 минус 1, да, вот единичку мы убрали, 254.0. Да, вот такая маска у нас будет. Слэш-23, это вот она есть. Дальше что? Определяем инкремент. Соответственно, инкремент какой? Сколько будет инкремент? Мы делали два задания уже. Инкремент – это последняя циферка 1. Последняя циферка 1, вот здесь стоит. Двойка, правильно. Инкремент двойка – это мы не смотрим, там нам пофигу, как, ну, где она стоит. У нас двойка, она везде, вот, ну, как бы, вот этот вот порядок, да, она будет вот здесь, 1, 2, 8, ну, так, 1, 2, 4, да. 2, 4 и так далее. И здесь также 1, 2, 4. Нам все равно, что единичка здесь или здесь как будет, да, это все равно будет двойка. Соответственно, инкремент двойка у нас. Все, дальше мы узнали инкремент, узнали нашу маску, узнали, да, и, соответственно, уже используем инкремент для поиска сетевого диапазона. Да, просто ищем сетевой диапазон. Соответственно, 100, да, 150. 150, 5, 0, 0, дальше 155, дальше 2, 0. Соответственно, да, мы двойку уже прибавляем вот к этому, вот этому, потому что она уже у нас. Понятно, да? Что мы уже не здесь считаем, а вот здесь вот. Соответственно, дальше идем 155, 4, 0, 155, 6, 0 и так далее, да? Просто прибавляем двойку. Соответственно, здесь у нас будет 155. Это получается, это, знаете, вот как аналогию можно представить, да, вот как, например, мы хотим, у нас есть 19, да, и мы к нему хотим единичку прибавить. Да, мы единичку не можем, просто у нас, ну, десятка получается, куда ее девать, 50. Мы здесь пишем 0, а единичку мы сюда переносим, ну, как предыдущий, как математически называется, типа. Переход через разряд. Ну, да, переход через разряд, как-то так вот, да. Получается, что мы перенесли, как бы, да, у нас 2 единички, 20 получились, да. Также здесь у нас 2, 5, 5, мы больше не можем. Как бы, да, сюда мы хотим прибавить единичку, мы не можем написать 256, не бывает такого. Соответственно, мы вот эту единичку отсюда переносим, получается, вот в этот разряд. У нас получается здесь двойка, а здесь, соответственно, 0. Соответственно, здесь у нас будет 150.5. Что там? 3, 255, да, ты понял, фишку. И так далее. Как бы, да, в принципе, ничего особенного. Ну, бродкаст, да, ну, как бы, да. Но мы, у нас бродкаст от 0 до 255, соответственно, у нас... Айпишники, да, вот хороший вопрос, смотрите, это подковырка, вопрос с подковыркой, да, например, мы можем написать вот такой вот айпишник 150.5.0.255. Вот это айпишник. Можем мы его использовать или нет? Можем. Можем, правильно, можем. Почему мы его можем использовать? Ну, да, потому что вот этот вот IP-адрес. Это не значит, 255, это не значит, что он широковещательный, да, мы должны посмотреть, какая у нас маска, да, и у нас вот этот IP-адрес 0.255, он попадает вот в этот вот диапазон. 0.255 это не широковещательный, 1.255 будет широковещательный. Ну, видно тебе, да? Да. Угу. Получается, у нас вот для этой сети, да, 0.0 и 1.255 широковещательные, а все, что внутри, у нас все можно. 1.0 тоже можно. Ну, как бы 155, ну, 150.5.1.0. Да, стандартно мы привыкли, да, там, потому что, ну, 255, там, точка 0 нельзя, да, но мы должны смотреть на маску и должны понимать, да, что какой, ну, что он попадает в диапазон наш, да, наш, нашей IP-сети.
дальше, да? Еще один примерчик. Четвертый пример. По-моему, последний у меня. Из разряда про подсети. Так, класс А. 1000 подсетей хотим мы замутить. Соответственно, мы знаем 255.000. Да? Ну, в классе А. У нас маска наша стандартная. Действуем также. У нас есть 1000. Переводим в двоичный вид. Ну, на самом деле, можно не переводить, да, мы просто должны количество бит посчитать. Но здесь тоже у нас 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Не получается, да, 1000. Что делать? Как, ну, здесь по-любому 1000 не будет этих цифр. Мы дополняем. Мы пишем 256, здесь 512, и пишем 1024. И считаем уже отсюда. Мы просто дополнили. Ну, как бы. Правильно, здесь будет 0, здесь 1. Дальше можем не считать, мы уже знаем количество вид, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 10 бит. Нам надо просто количество бит. Все, мы получили наши 10 бит. Все. Идем дальше. Резервируем стандартно, да? Наша маска слэш сколько? 255.3. Слэш 8, да. 255.0.0.0. Соответственно, единички. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Надоело рисовать. Хватит. Рисуем 10 бит. Стандартно, да? 10 бит от последней единички. Да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот так, здесь точка. Соответственно, заехали, да, даже. Второй, третий уже. Соответственно. Видишь, что? Инкремент 64, правильно. Ну, правильно, да, вторая циферка, понятно, да, что вот у нас 64. Здесь будет слэш, соответственно, сколько? 2 по 8 и еще 2. 18. Маска будет 2, 5, 5. Дальше 2, 5, 5. Слэш. А, точка сколько? Нет, 2, 2 палки. 2 бита. Мы складываем. 128 и 64 сразу. 192, да. 192.0. Ну, как бы понятно, да, что... Вот, узнали нашу маску, узнали нашу и сокращенную запись, да, и такую. Спасибо. Да, все, дальше рисуем наше то же самое, стандартно, да, там, используем инкремент для поиска наших подсетей. Соответственно, что там у нас? 10.000, 10.0. Потому что вот здесь инкремент у нас в третьем, да, 64.0, 10.0, 128.0, 10.0, 100, ну, прибавляем, понятно, да, 192.0, дальше 10.192 плюс 64, уже будет явно, да, сколько там, 256, это мы не можем 256, будет, значит, 1.0.0, правильно, ну, получается, перенесли, и дальше идем так же, там уже, ну, только то же самое, как здесь с нулями, только здесь уже единичка у нас будет. 64.0, ну и так далее, да, фигачим там. Здесь, значит, что у нас получается? 10.0.63. Да. Откуда ты все знаешь?
А говоришь с 50-ми соображать ничего. Так, 63-255. Ну, соответственно, да, дальше идем. 64, значит, здесь дальше будет что у нас? 127.255, правильно. Вычитаем, получается, да, и последнюю единичку. Здесь будет 255, да? Ну и так далее. Понятно, в принципе, да? А, здесь будет... 255. Да, да. 10.0, 255. Вот они наши подсети и туда еще уходят. Соответственно, как-то так. Поделили. Ну, мы знаем, да, там широковещательный, такой-сякой адрес по сети. В принципе, ничего сложного нету. Чуть-чуть практики, как бы, да, там, и все. Не особо сложно. Смотрите, сейчас мы делали что? У нас был, мы брали сеть какого-то класса, да, и делили его на, ну, зависимость на подсети, да, мы задавали себе, какое количество подсетей мы хотим его разделить, да, и в зависимости от подсетей мы его делили. Соответственно, бывает другая задача, вторая, да, когда мы хотим, нам все равно сколько подсетей, нам надо сколько хостов, да, в подсети. То есть мы можем в другую, ну, по факту то же самое, но как бы в другую сторону просто немножко считать. Домашка. Я потом презентажку выложу, ну, потренироваться чисто, да, там. То же самое, вот у нас организация, блок публичных адресов купила, и она хочет создать сети по 30 хостов каждая. Нам, в принципе, пофигу, сколько у нас сетей получится, да, но мы хотим, главное, чтобы везде было по 30, ну, видимо, у нас там примерно там больше 30 компьютеров не бывает, это, да, в организации, в каждой подсети. Соответственно, мы считаем, то же самое, сеть класса C, да? Сеть класса C, хотим 30 хостов, да? Узнаем количество хостов, которые нам нужны, и переводим это число в двоичный вид. Как бы там мы и сети, а теперь здесь хосты. То же самое. 30, ну, шпаргалку, 80, 4, 32, 18, что там, 32, 16, да, я уже запарился, 8, 4, 2, 1, 30, рисуем, 0, 0, 0, 1, ну, дальше можно не считать, да? 0, давайте там посчитаем, 1, 1, 1, 0, вот так будет, ну, понятно, да, там, то, что мы вычитаем, время. 30 минус 16, ну просто, да, чтобы представлять, там 30 минус 16, получаем что-то там 14, минус что там у нас 8, как бы, ну, пример расчета, да, минус 8, соответственно, у нас остается 6, и 6 это понятно, что 2 и 4 это 6, как бы, да, и здесь у нас 0. Соответственно, мы пишем 3 нуля, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 0. Да, 3, 4, 5, 6, 7, 8, да, 8, все правильно. Соответственно, чуть не сказал 8 бит, нет, не 8, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 бит у нас. 5 бит. Дальше. Резервируем нужное количество бит в маске и ищем инкремент. Ну, пока что то же самое все, да, как, ну, как и в тех примерах. Соответственно, что там у нас с маской? 2, 5, 5, 2, 5, 5. 255.0, соответственно, да, 24, все помню, это будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, точка 0, а нет, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И теперь, вот, ну, главное, да, там, чем, ну, как, чем отличается, да, этот весь этот расчет, то, что там, когда сети, как бы сетевая часть у нас считается слева, как бы, да? А мы хотим хосты. Мы же помним, что хосты это у нас как бы справа обычно, да? То, что, ну, как бы вот это вот, допустим, вот в этой маске у нас вот эта вот сетевая часть левая, да, а хостовая часть это вот эта вот правая. Соответственно, мы 5 бит
должны отмерять вот отсюда. Справа уже получается миллион. Вот так. Так. Раз, два, три, четыре, пять. И здесь единички. Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь. Да, правильно. Вот так. Соответственно, маска будет слэш уже 20. Почему? 27. Плюс 3. 24 плюс 3. 3. Единички вставляем. Да? Слэш 27. Соответственно, 2, 5, 5. Точка. Что там? 128 плюс 64 плюс 32. 224. 224. Так. Ну, вот это будет наше. Ну, здесь все эти единички. Да, понятно. Соответственно, ищем также инкремент. Инкремент будет последняя циферка. Это что у нас? 32. Соответственно, вот в нашей сетке строим 216, что там, 21, 5.0, 216, 21, 5.32, 5.64, 5.98, ну и так далее, да? Да. Да? 64, 5, 6, 6. Ну ладно. Хреновая математика. Вот. Я исправлюсь. Сейчас. Буду уметь считать. Так, соответственно, 5, 0, 5, так, 5, точка, сколько? 31. Здесь будет 5.63, да? Здесь будет 5.95, ну и так далее. Ну, 216, 21 я не пишу, да, здесь то же самое будет. Соответственно, помним, да, что хосты у нас с 1-30. Можем айпишники, да, задавать. Все это мы помним. Все. В принципе, все понятно. Вот у нас поделили. Вот у нас получилось, да? Количество хостов. Зашибись. Посчитали. Следующий пример. Сетка класса C, и мы уже хотим 50 хостов под сети. Да, там было сколько у нас 30, а здесь хотим 50. Действуем так совершенно аналогично. Да? 50. Это что-то у нас 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, 0, 0, 1. Да, 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 бит. 6 бит. Получается, вы узнали сразу 6 бит. Так, резервируем. Сеть класса C это слэш 24. Соответственно, все единички, они будут сеть, там все единички, точка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Соответственно, 6 бит. Помним, да, что с этой стороны считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Соответственно, здесь это сетевая часть. 2. Значит, будет это 64 инкремент. Да? А будет слэш 26. Все понятно. Так. По сети. 195.5.20.0. 20.64. 20.128. 20.192. Ну и тут помню, да? 20.63. 127. Ну, единичку вычитаем просто, да, вот у нас получили наши подсети. Все, это, блин, вообще очень получается быстро рассчитывается. Только здесь 196, 195, 196. А, кстати, это у меня у самого здесь ошибка, я там брал из примеров просто, да, там было 195 написано. 95, 5, 20, да? Почему-то цисковские вот в книжках очень любят циска и во всяких своих примерах используют нестандартные, да, там мы привыкли 196, там 120, 196, 168. Да, ну, в общем, я уже сам запутался. Вот это стандартно, да, 192, 168, да, вот все это. Они специально, видимо, ну, на внимание, что ли, да, или еще что-то, они все меняют. 195 вот здесь вот написано, да, у них. Специально, чтобы мы, типа, это, ну, или запутать нас хотят, или чтобы, ну, чтобы более необычно было, да, там, что они не используют эти
стандартные, кстати, да, вы смотрели, да, там, в эти диапазоны IP-адресов, там, приватные, да, все, да? А? Да, частные, не частные, там, да, то, что... Окей. Ну да, то, что, ну, может быть, чуть повторюсь, да, что у нас есть все IP-шники делятся на приватные и публичные, да? Публичные и приватные. Приватные — это что такое? Это 10, раз, 2, 3. Да, это сеть классов C, десятка, 172, 16, там что-то 32, по-моему, да? И 196, ну как мы все помним, 192, 168, да? Да, можно сказать, да, 127.001, ну вот это вот, да, и 4.0 тоже зарезервировано, на самом деле, раз про это будем говорить, да, что вот эти вот подсети, это приватные просто, 127 это, как он правильно считается, для... Нет, 127.001 localhost, 127, и вот эта вот подсеть, это подсеть, правильно, я не помню, как она правильно называется, но типа для технических нужд. Да, ну как бы она еще как-то так называется, что типа она используется для сетевой карты, там, типа, да, там, WebF у нее там, типа сам на себя же ты можешь, да, и вот эти вот 127, вот эти вот всякие циферки ты можешь использовать, когда ты сам к себе типа обращаешься. Да, там как-то замок называется, типа, поэтому. А вот эти вот нули там тоже хотели это использовать, и ну, как бы тоже есть такая сетка. Соответственно, приватные IP-адреса, они придуманы зачем? Чтобы мы, типа, ну, чтобы экономить публичные адреса, да, и приватные это. Используем обычно у себя во внутренней сети, мы их никуда не должны анонсировать никакими этими протоколами маршрутизации, да, вовне. Но даже если мы будем их куда-то анонсировать, сразу же на первом же маршрутизаторе, да, у провайдера эти адреса сразу отбрасываются. Как бы, да, их вовне никуда не пускают. А публично... Мы тогда забыли. Что мы тогда забыли? Адреса мы тогда забыли. Если 24 до конца, надо. А, ну вот, да. Если 24... По нулям? Да. Ну вот, ну да, ну тоже да, можно сюда, да, нашли. Раз пошла такая пьянка. Соответственно, публичные адреса — это все остальные адреса. Да? Про публичные адреса там заведует специальная компания, там, да, Алексей рассказывал в прошлый раз, наверное. Ну там есть какая-то этот. И КРАН. И, в общем, пас. Да, 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 там, ну, в общем, публичные адреса, это, они не просто так, мы не можем там взять себе там публичный адрес там принять, да, там, мы должны его где-то купить, мы покупаем обычно, ну, как физлицо или как юрлицо даже, мы можем купить его и провайдера, у своего провайдера, как бы, IP-шники выдаются, и там есть целая, ну, как бы, иерархия, как-то, выдача IP-адресов там, да, да. Компания называется Райт, и она глобальная там. Яна, да. Яна есть. Ну там несколько. А, и Хан занимается DNS, да? Ну, в общем, сейчас запишем. И Анна, да? Да. Вот. И там, в общем, как получается, да, что она же не будет, эта вот компания вся там, да, чуть ли там на физлице там, да, распространяться. Они выдают сначала там блок IP-адресов там что-то на страны, да, там потом внутри каждой страны еще есть, как, да, вот то. И, в общем, это все централизованно управляется. Мы не можем там выцепить себе там просто так очень, ну, айтишник. Вот, там все довольно строго. Вот, за него мы должны заплатить обычно, там, да, чтобы поиметь там себя внешний айтишник, публичный. Соответственно, мы как бы, вот как мы там смотрели в этом предыдущем примере, да, когда мы получили блок IP-адресов, да, этих публичных, и фигачим в сети себе из этих как бы IP-адресов публичных, ну, как в своей внутренней сети, это, ну, как, очень... Совершенно нераспространенная, как бы, и так никто не делает. Ситуация нераспространенная, да, что обычно мы получаем этот блок IP-адресов, назначаем их внешними, да, потом вот эта вот технология NAT, мы про это еще поговорим, да, на следующих занятиях NAT, получается технология транслирования IP-адресов, да, вот с внешнего IP-адреса на внутренний, да, что у нас внутри могут быть IP-шники вот эти вот наши приватные, да, а на внешнем шлюзе у нас будет наш публичный. Вот, соответственно, этот и у нас будет NAT, и все будет у нас хорошо. Я там дальше вам еще расскажу. Так. Дальше, хватит баблаться.
Дальше. Пример у меня тут еще. У меня еще есть примеры. Так, у нас третий, четвертый пример. И дальше у меня домашка, конечно же. И парочка этих. Так, какой там пример? И там еще пара этих трэблшутинга. Довольно интересная. Ну, кто в сетях хорошо шарит, может сразу сказать, как бы, да, я так. Ну ладно, придем я. Так, не будем отвлекаться. Класс, сеть класса B. Так, рисуем. Класса B, 500 хостов по сети. Стандартно, да? 500. То же самое. 500 у нас 128, да? 64, 32. Соответственно, нам надо больше. Мы помним, что мы можем просто в эту сторону 256 и 512, да? Соответственно, у нас будет... Что там? 9. Да. Вот отсюда мы считаем 1, 2, 3, 4, 5, 2, 16, 8, 4, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Нет. Вот отсюда. Так, я запутался. 4, 2, 1, 8, 1, 2, 3, 4, 5. 16, 10. 9. В общем, 9. Короче, мы вычислили. Да. Ну, потому что мы не можем из 500 вычесть 512. Вот как мы, да, мы считаем 500 минус, о, я тут могу даже рисовать 500 минус 512. Мы не можем, как бы, мы считаем, ну, да, из 500 вычитаем вот эту первую цифру, потому что меньше. 9 бит. Дальше, да, соответственно, класс B, маска. 16, соответственно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 бит. Считаем отсюда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, точка 9. Соответственно, здесь единички, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и здесь единички. Соответственно, здесь уже будет слэш, ну, 23. Наверное, могу уже сам писать, вы уже считаете хорошо. Так, инкремент, последняя единичка. Чё? 2. Да. 2. Наш инкремент. Соответственно, сети фигачим 155.00. Это 5. 155.20, ну и так далее, 4.0, 6.0 и так далее. Здесь у нас получается что? А, так, 0.0, здесь будет 155, 1, 255, ну и так далее, да? Понятно. Ну, помню, здесь будет, соответственно, 3, 255, да, здесь будет 5, 255 и так далее. Посчитали, разбили, все замечательно. Соответственно, количество хостов, да, мы можем, ну мы считаем количество хостов, соответственно, у нас 9, да, здесь 8, 9, 9 бит, это у нас будет, как мы считаем вообще количество хостов, да, 2 степени 9, да, минус 2. 512, минус 2, 500, ну 510 у нас, чуть больше получили, да? Ничего страшного. С запасом. Так. Дальше. Ну, в принципе, все понятно здесь. Ничего особенного такого нету. Так, третий, четвертый, например. Четвертый. Вот четвертый. Здесь просто больше хостов и другая класс А, тоже я по-быстрому посмотрим. Так, класс А, 100 хостов. Так, соответственно, 100, мы даже там переводили где-то у нас 7 бит. Да, ну не будем на этом зацикливаться, мы помним. Помним?
даже 128, потом там 64, там проливали. Вот отсюда начинали, и 7 бит у нас. Так, а сеть класса А, соответственно, маска у нас будет восьмерка, да, здесь будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ужас какой. И, в общем, еще 3, 2 раза по... Нет, здесь будет нули. Как бы, да, нули, нули, нули. Последний октет. И здесь, короче, нули тоже. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Считаем в обратную сторону. 7 бит. 1, 2. А нам не пора перерыв делать, ребят? Как-то. Ну давай пример закончу и сделаем перерыв. 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Вот так будет. На коряку. Да. Маска 25. Соответственно, на 2, 5, 5, точка, сколько будет последний? 128, да, понятно, что здесь единичка, и, соответственно, 128 это вот это вот. Все, не надо, ну там все, потому что остальное нуля, по нулям. Соответственно, инкремент 128, да, на... Соответственно, дальше считаем наши сети, пишем 10, 0, 0, 0, 3 нуля, да? 10, что там у нас? 0, 0, 128, 10, 0, 1, да, 0, да, так. 10, 0, 1, 128, да, дальше уже будет двойка, 0 и так далее, да? Соответственно, здесь, ну понятно, 127, здесь будет, что, что здесь будет? 0,255. Да, 0,255, здесь опять будет 121, только уже 1, да, 127, здесь будет 1,255, уже здесь 2, да. Соответственно, посчитали, да? Соответственно, количество хостов у нас 7 бит, это 2 в 7. Да, количество сетей, количество под сетей, да? Потому что у нас получается же вот отсюда мы считаем, вот до сюда. Соответственно, у нас будет 2 в 8 16, 17. 17, 2 в 17. Да, здесь это 2 в 7 будет. 2 в степени 17. Соответственно, эта фигня у нас будет, я заранее посчитал, 131,072. Количество наших сетей. Да? По 100 хостов. Такая циферка. Ну что, сделаем перерыв. Потом у меня еще чуть-чуть трэбл-шутинга. Там пару примеров буквально, да? Ну и, наверное, сегодня все. Почему 2.17? Че? А, ты посмотри. А, блин, я сейчас сделал. Потому что. Ну там 27 было, да? Ты как-то к этому еще добавлял что-то еще от маски, да, что-то. Смотри, нет? смотри, у нас получается 2, 5, 5, там вот, смотри, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, да? Дальше, ну, потому что у нас класс А, да? Это вот эта вот маска. У него будет 2, 5, 5, точка 0, 0, 0, да? Маска. Соответственно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да? А наши, сколько у нас там было? 7, да, бит? Там. Да, да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Здесь единичка. Угу. Как бы, да? А получается, что вот это, мы делим вот так. Вот, это часть хостовая. Угу. Хост. А вот сюда... Вот это вот, это все часть под сети. Соответственно, 2, 3, 8, 16 и еще единичка, 17. Здесь 7. Соответственно, 17 бит это на определение более... сетей. Можно не говорить пока в микрофон. Почему? Можно. Я уже привык. Звезда. Да, окей. Я отойду, пока мы скажешь, позовешься. Много не пей. Блин, у него еще круче выглядит, когда ты рисуешь здесь.
задачка. В общем, компьютерик. Добро. У нас есть компьютер. Компьютер. Веселый. IP-адрес, маска, все хорошо, но не работает. Ничего не получается. Непонятно. Надо отпроблешутить его. Соответственно, у нас получается, мы здесь действуем так же, да, вот как в предыдущих примерах, да, только нам не надо, мы уже маску знаем. Да, мы там первым это мы там выделяем биты, там проливали, вторым мы выделяем нашу маску, да, ну, чтобы узнать маску и узнать вот этот последний вот инкремент, из которого подсети. А третий, вот мы уже определяем наши подсети. Да? Соответственно, здесь мы что? Мы знаем наш уже переводим двоичный вид, да, там 3 раза по 8, там, да, ну, 8888.224, это что там у нас? Раз, два, три, да, и раз, три, четыре, 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 пять, шесть, семь, восемь, да. Соответственно, мы узнаем 3 бита, ну, то, что 224, это 3, это, ну, сетевая часть, да, это, помним, хостовая часть. Соответственно, инкремент, мы помним, да, у нас здесь 32, соответственно, 32. Хотим дальше что? Считаем сети, ну, по третьему пункту, да. Считаем 192, 168, 1.0, 1.32, 1.64, 1.96, 1.128 и так далее, да? Соответственно, мы смотрим здесь 0, это будет 31, здесь будет 63, соответственно, здесь будет 90. Что-то там 5, а здесь будет 127, а здесь будет и так далее. В общем, соответственно, мы видим, да, вот наши это IP-сети, ну, сети наши там проливали. Ну, наверное, кто-нибудь уже увидел. Что у нас ничего не работает? Бродкаст. Мы попали, вот наша сетка, да, 96, 127. 1.96 наша подсеть, да? И 127 это бродкаст. Бродкаст мы не можем начать это. Компьютер, поэтому он не работает. Грустный компьютер. Все, мы посчитали, мы просто ну, прикинули, да. На самом деле это можно даже еще сделать еще легче, да, 127, потому что у нас, если у нас всего здесь 256, мы их делим, во-первых, на один фокус, да, что мы же можем разделить напополам, вот, да, будет 128 и 128. То есть, ну, как бы, по 4 где-то, да. Так. Здесь 128 и здесь 128. Соответственно, мы понимаем, что 128 это это адрес сети, соответственно, широковещательный 127 будет адрес. А если еще более как-то углубиться, да, что вообще мы не можем использовать IP-адреса, это степень двойки минус 1. Да? Ну вообще, нет, смотри, у нас около 32, да, у нас минус это степень двойки. Минус 1, у нас 31 будет. Нет, 15 мы можем использовать. Да. Вообще два в степени тоже нельзя использовать. Два в степени тоже нельзя использовать. Плюс 1 можно. Два в степени это вот это будет адрес сети наш. Ну как бы, ну это уже, нет, мы как бы в принципе можем, но это вот уже там показатель, да, что скорее всего у нас вот здесь вот мы что-то напортачили, что у нас эти айпишники наши неправильные у нас. Ну понятно, да, там, в принципе, что. Все прозрачно. Второй пример. Второй пример. Второй. То же самое. Компьютерик. Невеселый уже, мы знаем, что он грустный. В интернет не ходится. Ошибка. Да? Начинаем смотреть. Так, маска у него одинаковые маски, да? IP-адреса похожие IP-адреса. Gateway прописан правильно. Здесь 62 гейт, и здесь 62. Ну, как бы гейт по умолчанию, да, соответственно,
62, 62, все должно быть работать, все должно быть нормально, да? Начинаем смотреть, да? 240 маску сначала ставим, это что там маска? 28, 64, 32, 16, 4, 16, 8, 4, 2, 1. 240 это что там? Вот, вот. Раз, два, три, четыре, правильно. Это будет, а дальше будет еще 4 нуля. 2, 3, 4 нуля. Соответственно, последний бит у нас 16, да? Это вот этот вот наш этот, как мы там, инкремент, да, 16. Получили инкремент. На самом деле, еще один маленький, да, такой фокус, чтобы, ну, не обязательно так вот прям раскладывать, да. Мы здесь 240 у нас, а всего 256. Мы 256 минус 240 делаем, получаем 16. Вот мы получили наш инкремент. Нам не надо такое все раскладывать. Соответственно, инкремент мы уже знаем, мы дальше можем считать наши сети, да. 172, 16, 68, 16, 68, 68, 16, каракули, 172, 16, 172, 16, 68, 32, да, 60, ну да, там с ноликом еще будет, ну как бы, чтобы нам не это, не писать все это, 68.60, что там, 6, 7, 8, 48, да, я уже куплю, 68, 50, 60, а? 64, 68, 60, 70, 80, воу, соответственно, здесь будет 68, 31, да, здесь будет 68, 47, 68, так, так. Вот здесь 68, корабль 63, 68.79, да? Соответственно, 68, 47, 63. Сколько у нас тут? 62. Ну, в общем, мы видим, да? Уже мы видим, что у нас адрес 65. Да? Он попадает куда? Вот у нас, вот это у нас 65, вот здесь. Вот тут. А 62, он как бы уже вот тут. Совершенно в другой подсети. Правильно? Соответственно, ай-яй-яй. Нельзя, поэтому оно не работает, потому что совершенно разные две совершенно разные подсети. Вот и все. Вот и мы это проблешутили. На самом деле все довольно быстро и прозрачно. Особенно потом, если все это поднатореть, прям в уме можно все это считать, все эти штуки. Как-то так. Велик. Ну, собственно, ну. Понятно, да, как бы этот трэблшутинг сетевой, да, что почему вот у нас айтишники вроде похожи, да, там 65-62, тут отличаются буквально циферками, да. Смотрим маску, смотрим IP-адреса, смотрим, какие сети попадают. Все. Да, если мы понимаем, что он там не широковещательный, значит они в разных сетях. Соответственно, сначала мы первым же делом, мы сначала должны гейт проверить, да, там что гейт здесь и айтишник гейта такой, да, потому что маски у них там должны быть одинаковые, соответственно. А дальше уже мы смотрим. Даже при том, что одинаковые маски, все равно у нас айтишники попали в разные подсети. Вот. Ай-яй-яй. Так что... Ну, какие же плохие рисунки. Может, у сзади рисунок. Кошку нарисовал. Не знаю, что это такое. Все, хватит. Болотце. Я просто только вчера купил, и поэтому еще не дрался. Шинкосина. Так, вот здесь напишу. Эй,
Спасибо, что пришли, что смотрели, слушали, и вообще все молодцы. Вот.